четверг, 31 января, прокурор продолжил зачитывать обвинение экс-главе Удмуртии Александру Соловьеву. Гособвинитель подробно рассказал о том, где и при каких обстоятельствах брал взятки бывший губернатор. Бабушки из Буранова ищут деньги на строительство в селе приюта для стариков. Участницам Евровидения необходимо около 1 миллиона рублей, чтобы закончить возведение здания. Около 600 миллионов рублей планируют потратить на празднование юбилея Калашникова в Удмуртии. Треть средств должна выделить республика, остальные деньги поступят из федерального бюджета. Удмуртия продала 85 тысяч кубометров леса через петербургскую товарно-сырьевую биржу. Республика смогла заработать на этом 105 миллионов рублей. Четверо школьников в Удмуртии отравились алкоголем за новогодние праздники. Среди попавших в больницу были ученики 4 класса. Один из них нашел алкоголь дома, еще один попросил незнакомого мужчину купить ему пиво в магазине.